начинаем грузиться на это пара Крым. На это мероприятие «Картинг без границ». Емель, помахай ручкой! У! Ясно. Крымские инвалиды. Грузимся в нашу машину социальной адаптации инвалидов и везем их на это мероприятие. Сейчас. Машин, ужас, сколько в это Крыму. Просто с открытием Крымского моста так оживилось движение. Так оживилось движение. Вот еще одна девушка загрузится на нашу машину. И мы еще 4 человек. Вот ждем, что-то их нету. И с Богом мы повезем всех людей. Машина не очень большая, всего лишь на 8 человек, поэтому просили людей приехать мы на активных колясках, потому что очень трудно там разместиться внутри машины. Вот там сейчас Ахмед Гамидович грузит, а машины здесь проезжают без конца. Конечно, это очень большая ответственность возить лиц с ограниченными возможностями здоровья, потому что нужно бережно пересадить, коляску сложить. Все это. Ахмед Гамидович? Давай, ходи. А еще-то люди будут. Как же я сяду? Где должны быть? Потому что я ваш посыл этот пост читала. Во сколько завтра ходит? Все, можно выехать. Да. На, Тань, давай я высаживаю. Молодеем все. Ну что, вы можете это самое. Давай. Мальчишки, хотите помогать, что ли? Да. Включено. Включено, да. Девушку мы сейчас снимем, как она съезжает. Ой, сколько у нас тут этих. Сколько у нас здесь этих волонтеров, да, ребят, вы? Как называется это мероприятие? Скажите правильно, а? Пара Крым? Ой, нет. Картинг без границ, понятно. А Даша Кузнецова здесь уже? Здесь она? Где она находится, чтобы ее увидеть хоть? Ясно. Ой, какой прекрасный комплекс. Посмотрите, сколько. Боже мой, как здесь здорово. Сколько людей здесь на колясках. Ой, приехали из всех, наверное, регионов. Боже мой. А вы крымский? Нет. Откуда вы? Скажите, пожалуйста, московский? С Украины. С Украины. Очень приятно. А с какого города? Кинорода. Очень приятно. Удачи, успехов вам во всех ваших делах. Боже мой, сколько людей, сколько народу, сколько народу, сколько народу, сколько... Ух ты, что-то я даже не это. Здравствуйте, ребятушки. Вы эти, как ее, волонтеры, да? Да. Здрасте, ребят. От нас кто-то убежал в нашу машину, 2 человека не сели. Ну ладно, мы не обиделись. Вот здесь сколько прекрасных мероприятий, сколько... Какой здесь комплекс огромный, гоночный комплекс. Просто все приспособлено, по-моему, здесь для людей на колясках. Вот эти кары. Вот мы подъезжаем, здесь люди уже готовы к этим соревнованиям. Картинг без границ. Впервые это благотворительный марафон состоится. Картинг без границ. Картинг без границ. Вот они здесь, эти кары. Вот они, сколько их много. Вот они, одна машина, вторая, третья, четвертая машина. Замечательно. О, молодой человек, вас как зовут? Меня Антон зовут. Антон из Джанкоя. Вы будете участвовать сами в гонках? Надеюсь, да. Ну, конечно, обязательно, потому что вы молодой спортсмен. А уже когда-нибудь участвовали вообще? Садились на эту карту? Первый раз только, да? Ясно. Ну, удачи, успехов вам. Спасибо. Ага. Девушка, а вы будете участвовать в гонках? Сами? А? Хочу, но хочу. А вы откуда и как зовут вас? Я из Евпатории, Аня. Аня, очень приятно. Анечка, а вы садились хоть раз на эту вот, как это, картинг или как это называется, кару? Картинг. Ага. Ну, там ничего страшного нет, если ручное управление. Потихонечку поедете. Не знаю, посмотрю.
Ничего страшного, это же не парашют, отлично. Все будет нормально. Успехов вам, ребят. Ага. Если вы хотите ощутить вдохновение и полет на трассе, то именно сейчас, через 5 секунд, начнется официальная регистрация на самое беспрецедентное в этом году в Крыму мероприятие «Картинг без границ». Итак, 5, 4, помогайте мне, 3. Регистрация началась, похлопаем друг другу. И, конечно же, не будем толкать друг друга, а просто в порядке очереди зарегистрируемся. Я напоминаю, что даже те, которые не зарегистрировались на сайте, возможно, смогут сегодня поучаствовать в соревнованиях, но, к сожалению, не в первую очередь. Поймите, что более 75 человек официально зарегистрировались. Где Наталья Рыжик? Пока ее нет, но, Наталья, знайте, что вы в следующей тройке. Итак, приготовьтесь, через несколько минут мы все вместе дадим старт благотворительной социальной гонке «Картинг без границ». Я тут снимаю. А, ты догадываешься? Да, что ты? На, девочка, подожди моего хорошего. Вот, ну, очень приятно всех посмотреть. За всех будем болеть. Будем знать удачу. Замечательно встретиться, почаще протестовать. А есть кто-то такой особенный, за кого вы особенно будете болеть? То есть старт лучше снимать вот так, чтобы не болеть. Ну хорошо, если этот человек победит, вы обязательно ко мне подойдите и скажите. Да, итак, мы давайте поприветствуем еще нашу фан-зону, наших болельщиков, потому что никаких спортивных соревнований без болельщиков не бывает. Давайте им похлопаем. Таня, пошел туда.
Наташа уже каталась. Не туда выехал. При президенте Российской Федерации, директора фонда «Активная жизнь», который занимается содействием интеграции людей с инвалидностью в современное общество, Дарья Кузнецова. Давайте ее громко-громко и тепло-тепло поприветствуем. Спасибо большое. Ну, невероятно, конечно, приятно, что вы все сегодня приехали. Слушая объявление Насти, я поражалась географии сегодняшних участников, кого здесь только нет. И новгородцев, и ребят из Ижевска, и Екатеринбург. И можно перечислять очень долго. Спасибо вам большое. Очень жаль, конечно, что сегодня идет дождик. Но я надеюсь, что если мы сделаем это мероприятие ежегодным, то уже в следующем году вы погоняете еще и под солнцем, вы сможете улучшить свои результаты. Конторе спорту и делам молодежи. Заслуженный мастер спорта по настольному теннису. Победитель и призер чемпионатов мира Европы и России по настольному теннису среди людей с инвалидностью. Председатель Крымской республиканской региональной организации Всероссийского общества инвалидов. Кстати, кто хочет сегодня с Сергеем Анатольевичем сразиться за теннисным столом, он может это сделать. Теннисный стол находится вот в том боксе. Я не рискую с ним играть, честно вам скажу. Я хочу всех поздравить с праздником, это на самом деле праздник. Что я хочу предложить? Вот если мы сейчас все вместе подумаем, знаете, да, есть люди, которые разгоняют тучи руками. Вот если мы сейчас все захотим, подумаем, над этим, попытаемся разогнать. Алло. Я надеюсь, что у вас получится. Еще раз, да, с праздником. Да, да. Сергей Анатольевич, я знаю только одного человека, который тучи умеет разгонять руками. Ну, я думаю, вы тоже ее все прекрасно знаете. Буду... Завершает нашу торжественную часть Гунтерс Бралитис, президент Общероссийской общественной организации Федерация настольных спортивных игр России. Первый международный гроссмейстер по новусу, 35-кратный чемпион Латвии, 15-кратный обладатель Кубка мира и очень скромный человек. Добрый день. По практике в Крыму 5 дней в году бывает только дождь. И при очень больших праздниках. Спасибо Вышневу, что он определил, что сегодня у нас большой праздник. На этом большом празднике было очень много активности, где наши настольные игры не выпадали из коллектива общего. Да? Я очень рад... Господин Подубли, где ты находишься, что ты нашел все фишки и игровые наборы от настольных спортивных игр, выбрал руководителей, которые будут заниматься настольными спортивными играми, и также, как и другие регионы, будем выезжать на международные соревнования и на чемпионате финал России, который уже придет с 5 по 7 октября в Москве. Спасибо всем, удачного дня. Спасибо, Гунтерс! А
Я могу. Ребята! Давайте все вместе сюда. Thank you.